Из-за трагедии в Керчи федеральные каналы изменили сетку вещания, убрали развлекательные программы и поставили экстренные выпуски главных политических ток-шоу. В эти минуты вся страна была в Керчи. Вся страна следила за новостями и пыталась понять, что же там происходит. И в этот самый момент в прямом эфире программы «60 минут» Ольга Скобеева разговаривает с Алиной Керовой, девушкой, которая училась в этом колледже. Что вы видели своими глазами? Правильно ли мы понимаем, что в первые секунды, минуты, очевидно, людей охватила паника, еще и потому, что в это время шли занятия учебные. Устроил он бойню прямо в разгар учебного дня, 11:40 утра. Но после второй пары на перемене, примерно в 11:45, произошел первый взрыв. Буквально через 20 секунд произошел второй. Сейчас вам будет непросто это услышать и понять. Но когда опубликовали список погибших, одной из жертв была молодая девушка 2002 года рождения, Алина Керова. Первая мысль – ошибка титровальщика. Скобеева разговаривала не с Алиной, просто случайно поставили не тот титр. Но во время разговора она несколько раз обращается к девушке по имени. На прямой связи из Керчи. Алина, здравствуйте. Алина, прекрасно. Очень тяжело такое видеть. Понимаем, что, конечно, ты никому не пожелаешь то, что вы уже пережили сегодня. Алина, если можно поподробнее, это действительно принципиально важный момент. Эту чудовищную, мягко скажу, ошибку заметила не я одна. В комментариях к прямому эфиру каждый писал про списки погибших и требовал объяснений. А я нашла одногруппницу Алины, которой, к счастью, удалось спастись, и попросила посмотреть этот эпизод. Девушку зовут Виктория Жукова. Вот суки, Алина погибла. Конечно, это не она и голос не ее. Нет у нас в колледже никого больше с такой фамилией, а тем более на втором курсе. Голос Алины я бы узнала, по-любому. Как такое вообще возможно? Как Скобеева могла разговаривать с убитой девушкой в прямом эфире? И если это была просто ошибка, почему уже 5 дней прошло, никто не извинился, и этот эпизод не вырезали из программы? Я позвонила Ольге Скобеевой. Меня зовут Мария, редакция Fake News вас беспокоит, программы. Какой программы? Fake News. Мы смотрели ваш эфир от 17 октября, и вы рассказывали там про керченскую стрельбу, и у вас выходила в эфир Алина Керова, очевидица происходящего. Но на следующий день выяснилось, что Алина Керова погибла. Вот мы хотели узнать, как так получилось, что она была у вас в эфире. Вы сейчас обращаетесь в нашу пресс-службу, пишите нам запрос, мы вам отвечаем. Хорошо? Ольга, подождите, какой запрос? Вы ведущая этой программы. Вам не стыдно, что произошла такая ситуация? Вы отправляете нас в пресс-службу. Сейчас снова интерпретируете. Более того, мы бы с удовольствием разобрались. Вы бы только поспокойнее, пожалуйста. И вот в рамках того предложения, которое я вам только что сделала, давайте, конечно же, действовать. Ладно? Вы как-то очень импульсивно настроены и постоянно вот дискутируете со мной, хотя в целом сейчас не очень понятно, на какую тему. Хорошо, я вас поняла. Тогда мы сами разберемся с тем, что же произошло у вас в эфире. Ольга была очень спокойна, а я пыталась подбирать слова, чтобы не нагрубить.